Time lord. Поднять якорь. Деловые проблемы, доверьте их мне. И чья же торговля вас не устраивает? Кого будем разорять, милорд? Да, милорд, я их разорю. Деловые проблемы, доверьте их мне. Пустим их по миру. Как пожелаете. Да, милорд, это выгодное дело. Да? Марш! Служу Господу. Назовите имя еретика. Ересь должна быть наказана. Да, назовите нечестивца. И я подвергну его Что прикажете? Укажите врага.
Жду приказаний. Прокладываю курс, милорд. Приказывайте. На корабль. Живо! Покажите врага. Что прикажете? Да. Что прикажете? Есть! Продолжим путь завтра, на рассвете. Да, милорд. Да? Поднять якорь! Что вы хотите знать? Выгружайте товары. Да, милорд. Выхожу на берег. Милорд. Жду приказаний. Поднять якорь! Что прикажете? Хорошее место для лагеря. Куда мы нанесем удар? Слушаю вас.
подожду. Добрый день. Опять переговоры? А как же свадьба? Я буду говорить от имени моего народа. Мир вам, друзья. Что привело вас к нам? Боюсь, на этом мы завершаем нашу встречу. Чем я могу служить своему народу? Они не смогут мне отказать. Мы будем ночевать здесь. Куда мне идти? Я все выясню. Avete una proposta per la nostra gente? Temo che oggi dovrò questo conclude il nostro incontro, giusto? Приказаний. Что прикажете? Вперед!
Да. Прокладываю. Ваше величество. Есть, милорд. Жду приказаний. Марш! Да, милорд? Да? Что прикажете? Да, милорд! Жду приказаний. До рассвета, милорд. Да, есть. Слушаю. Назовите имя еретика. Они заплатят за предательство. Да? Жду приказаний, ваше величество. Что прикажете? Да? Марш! Оставляя следы. Как прикажете. The Holy Bible may preach peace, but when it is Christendom itself that is threatened, then it is every Christian's duty. Да, милорд.
И чья же торговля вас не устраивает? Их лавки закроются навсегда. Милорд, уже в пути. Думаю, что это принесет прибыль. Что вы хотите знать? Это дело будет выгодно. Да. Назовите нечестивца, и я подвергну его испытанию. Господь покарает нечестивцев. Служу Господу. Да, милорд. Что прикажете? Марш! Да? Вперед! Приказаний? Да, милорд. Да? Опять переговоры? А как же свадьба? Я передам им ваши слова. Thank you.
Что вы хотите предложить нам, друзья? Вы вынуждаете нас принять эти условия. До новых встреч. Чем могу служить? Я поговорю с ними, милорд. Мой друг, у вас есть предложение? Этот вопрос говорит о вашей честности. Разумное решение. На этом мы завершаем нашу встречу. Служу Господу. Кого вы подозреваете? Ересь. Да. Назовите имя еретика. Они заплатят за предательство. Что вы хотите знать? Сэр, не оставляй следов. Чем могу служить? Конечно, милорд.
уже в пути.